Только что завершился гранд-финал Continental Cup 2018 по киберфутболу в Париже. Победителем стал представитель США под ником Джоксон. Поздравляем всех, кто болел за этого игрока. Матчи в финале были фантастические, накал страстей был до последней минуты. Желаем всем, кто не попал на этот турнир, попасть в следующем году или в следующем сезоне. Ну, а мы прощаемся, играйте в киберфутбол.